Волк режет по ночам своих овец, а крыса голубей изничтожает. Начало этой ночи — наш конец. Зерно не к здешнему пристало урожаю. Нет ничего точнее и безусловней, что чаша смертная младенцу предстоит. Врачи пытаются поставить ей заслоны, но меч Дамоклов не исчез, висит. По осени, что не умрет, прирежут, гимн реквием сопровождаем свадьбы. Забыть о смерти могут лишь невежды, и успех и спереди, и сзади. Побеждена безглазая Христом, там, на Голгофе, при суде Пилате. Крест Иисуса станет нам мостом, Он выкупил нас даром, не за плату. Всем жизнелюбцам смертный приговор, нет выхода царям и жалким слугам. Христа избрать, считая все за ссор, вождем признать его и лучшим другом. Распеленать усухшие мозги, да сколько можно маяться при смерти, избавиться от страха и тоски и по-евангельски любить Христа и верить. Неописуемая светлость и покой пасхальной радости нам перышки разгладит. Мандат получен, что Христос нам свой, не так, как Сергий в ночь пересвет со слябей. Теракты, взрывы, не перечесть аварии, нам проповедуют о хрупкости всего, о скоротечности и тленности всей твари. Весь мир к Армагеддону гонит на разгон. Ученые стращают нас кометой, смещением полюсов и страшным потеплением. Мир с безопасностью, насмешка в черном свете. Евангельская вера от смерти избавления. 29 мая 2005 года.